It's Warlocks. Он говорит, ну, лагает. Сегодня мы, короче, посмотрим танки. Танк очень красивый, посмотри. Такие наклоны. Да, очень. Но очень могучий. Ну, Hunk of Flame вообще. Крутые постройки. Это Леопард 2А7. Так, Леопард 2А7. Немецкий, наверное, танк. Ну, конечно, современный, и тут вообще переливаются цвета. Ого. Сейчас он пушку задвинет, и там еще мини-прототип. Так, вот тут еще мини-модель, по которой он начинал строить, и танчик. Вау. Ну, танк какой мощный. У него даже пулемет двигается. Ой, блин. Видишь? Супер крутая постройка вообще. Ага. Канми этот. О, да-да-да, двигается. Он говорит, то, что все пушки двигаются, которые тут есть. Ну, я тоже понял. О, на лампу посмотри просто. Насколько она шарообразная. Ух, нифига себе. Насколько тут все круглое. А Can I control its tank? Can he control this tank right now? He has much controls. Он говорит, тут слишком много контроля. Ну. А, я разберусь. Окей, начнем. Ой, блин. Я не учу, что их так много. Просто посмотри на пушку. Очень все круглое. Ага. Так, плюс. ВАСД, чтобы, ну, водить. Да, гусеницы, ой, очень реалистичные тоже. Но, конечно, они не двигаются. Е и Р, чтобы видеть, ну, двигать пушку назад, вперед. Ой, назад. Ну, башня. Лево-право. Так, Т-Ай. Да, Controls A Gun. Ого. А дальше еще что есть? Так, тут еще. Ну, подсветка. Неплохо. Так, я сейчас еще хочу на клавиши посмотреть. Есть L, L and Q. Еще есть. Left and Rift Arrows. Левая и правая Ого. Стрелочка. Ого! Вау! И главное, посмотри, там даже подставка круглая. Ага. Тут вообще все круглое. Или это смотрительная зона. А как этот? О, тут есть кейпадс. Кейпадс. 4, 7, 8. Q, антенна крутится. Нажми на Q. Это чтобы типа подсвечивалось, как будто стреляет. А, сейчас. Пуф, пуф. Из пулемета. Типа стреляет. Это L, это, ну, сзади, фара. I, да, I. I, либо L, либо I. А, L. Да, вот, видишь, Good. Фары сзади, красные. А спереди, on front? What is the control of for light on the front? Так. What? Один, а, ок. Keypads for антенны, короче. Дальше у нас. Еще крутится вот этот. What is the controls for front light? Там еще, смотри, что крутится. Там наверху вообще все крутится. Антенна может вращаться, вот это может вращаться еще. Оу, it's okay. Он говорит, он не поставил на переднюю фару. Он говорит, у него есть еще один танк. Нет, можешь у него спросить, как его называть? Тут пушку очень вообще круто. Дэнни. Дэнни, right? Дэнни. Or Дэнни, да. О, хорошо. Очень классный танк, Дэнни. Вообще все крутится. Все вращается. Функции. О, very nice. Это типа прототип? Прототайп? Is that all prototype or just mini version? Ох, даже тут круглые колеса. А мне надо сфоткать танк для картинок. Ну тоже можешь сказать? Чтобы пока не удалял. Our games will photo this tank for the thumbnail. Мы пока спрячем. А стоп, мы же можем из фанхой. Ладно. Так, можно понятно. Он сказал, он отойдет. Ну, чтобы ты сфоткал. Это не обязательно. Ну тоже еще колеса очень круглые, это вообще круто. Я хочу сейчас обратить внимание на детали. Окей. We are done. We can go back. Так. Тут вот смотри, вот решетка очень вообще проработанная. Ты посмотри, на как его там гусеница проработана. Окей. Ну это я переводить не буду. Не знаю, есть ли смысл. Пушка тоже очень круглая. Тут даже несколько кругов разных размеров, и из-за этого нужно было заново делать. The barrel is very detailed. Games were like it. It's like very tough. А башня вообще тут под наклонами такими очень сложно делать. It's so hard. And the tower is very good. It's insane build. A lot of angles. Insane build. О, а на флаги просто посмотреть. Они тоже проработаны. The flags are also very detailed. Так, тут спереди. Пушку надо развернуть. Сейчас займусь этим. Ты посмотри на пушку, тут даже есть отверстие, чтобы пороховые газы выходили. Блин, я же говорю, это супер проработанный танк.
Сейчас, я поверну башню. Он даже сделал, посмотри, на магазине от пушки, он сделал германский флаг. Где? Да, да. Вот, видишь магазин? Вот, ну, коробка, вот такая вот. Даже на ней. Да, есть, я вижу. Но я про это тоже говорю. Вот это просто, посмотри, насколько инсейн. Вот тут. Где? Ну, вот тут. Посмотри просто. Да, вижу, посмотри на гусеницу. О, блин. Trucks are very detailed. А просто like на колеса, на колеса. Именно and внутри колес тоже. Very detailed. There are so subtle and realistic. А гусеницы, ой. Просто вообще. Слушай, в шоке. Раньше это было сделать невозможно, а сейчас это стало полегче. Этот же новый инструмент появился, шпатель. Да-да-да. Но все равно шпатель так не усиляет, ну, не облегчает работу. Ну, чуть-чуть сорян. Ну, прикольно все равно. Ну, я просто смотрю на декоры, вообще очень классно. Даже есть отсылка на игру. Там синий значок сзади. Сзади башни. Смотри. Там синий такой значок, видишь? А, вижу, вижу. Такая игра, я где-то тоже видел. Ок, давайте следующий танк посмотрим. Окей, okay, let's walk the next tank. Бежим отсюда. Бежим, сейчас взорвется. И сервер залагает. Ты посмотри, как он разваливается. Флаг, бедный! Просто флаг. Супер замедленная съемка. Ай! Танк. Танк повержен. Как будто его тут оставили на 1000 лет разлагаться. Ускоренная съемка разложения танка. Да, в ускоренном виде. Разложение танка в ускоренном виде. Он сейчас покажет Т-34. Средний советский танк. О, да, даже далеко-далеко на зарубежные люди строят советские танки. Хм. Ну, хотя мы американцы. Ой, сейчас будет флаг СССР еще. О, ну, я конечно, на него можно респект поставить. На ты флаг. Посмотри, как просто вот эти вот, я не помню, как они называются, то ли спальники... То ли не помню, как еще называется. Я буду сейчас давай на все обращать внимание. Прям на все, на что тут есть. Да посмотри, тут бревно даже есть. Точнее, вроде чтобы чистить. А ты ему будешь тоже почаще говорить, а то он тут вообще. А как другой понял. There is even a shop. Я не помню, как он переводится. О, тут есть пушки. Так, let's test its tank. Я сначала посмотрю на функции. Надо сначала посмотрю на функции этого танка, а потом я попробую, ну, пойдем по декору. Тут открылось. Открылось этот люк. Слишком маленькая. Слушай, это для мини-человечков, знаешь? Я слишком толстенький. Да, видишь, он говорит, съешь маленькую конфетку. Прям так по-русски сказал. А! Люк открывается. Откройте люк. Open the door. А как? О. Изнутри можно открывать танк. Видишь, тут кнопочка. И закрыть можно. А где стульчик? Когда ты зайдешь внутрь, нажми минус, когда нажмешь. Прыгни. Нажал. А, вот. Кажется, это не то. Тут другой человек просто сел за танк. Нажми сразу минус. Я не могу залезть в этот стульчик. Прыгни, чтобы на него сесть. О, нормально. Так, нажми минус. Сразу минус. Он тебе говорил сразу минус нажать, чтобы let's... А как на нем ехать? Ого! ПСД. А нет, конфету уберите там сзади. Сейчас уберем. Скушай ее. Я не могу, я уже маленький. Г. Что сказал? А, Г. Ой, сейчас зависнет. А нет. Их тут не слишком много. Е и Р, чтобы поворачивать пушку влево и вправо. Так, ну, это как на прошлом танке, у нас тут вращается башня. Так, хорошо. Почаще переводи. М это бустер какой-то. М? О, я, кажется, понял, что это за бустер такой. М. Ну-ка. Полетали! Сейчас, пока не едь ко мне, я загружу какой-то аэропорт. Стоп. Заезжай. Сейчас, едь к нам. Тут просто... А, он уже. Этот танк умеет летать. Танк. Зачем такие суперфункции добавлять? Ой, а я все. В это типа, чтобы быстро, очень быстро. Ну, reloaded, please. Это уже не спасти. Бедный танчик. Идет быстрее разложение. Ок, давайте смотреть декор, типа. Let's watch the decor. Так, только пушку надо. Decoration. Смотри, тут лопата даже есть. Ну, я же... Круглая тоже. Внутри есть... Рычажок, который это типа, ну... Дверь открывает, я понял. Ну, люк. Да-да-да, люк. Хотя зачем нам это, когда мы можем через пушку залезть? Уй!
Так, jump. Ох, I don't can see it. Кликни, когда ты зайдешь внутрь, чтобы открыть танк, типа люк. Так, как? А, вот стульчик. Ох. Вот теперь нажимай, на, чтобы закрыть, так сказать. Шик. Так, а, yes. Меня внутри танка закрыли. Тут есть кейпады, можно встать от лица пушки. Второй, третий, четвертый. Тут от всего танка можно с помощью кейпадов перемещаться. Горячие клавиши. Ну да. А, люк откройте-то. Я сейчас хочу пройтись по декорациям, потому что их тут реально очень много. И просто оставлять такое нельзя. Тут кто-то лампочку поставил. Да посмотри, тут даже есть просмотр. Видишь, тут стеклянные такие мелкие. Ты посмотри, какое вот тут круглое. Я не знаю, для чего. Я не могу выйти. А, все, нормально. Так, ну давай начинать рассматривать. Посмотри, какой здесь круглый. Я просто хочу гусеницы просто сначала, снизу начать. Гусеницы, очень круглые. Круглые. Колеса еще прикольные. Колеса. Колеса, колесо круглое. Так, ну, колесо круглое, внутри этого круга еще один круг, внутри которого еще один круг. The wheel is all... Not yet, not yet. The wheel is very decoration. It's very subtle, and it's beautiful. И тут тоже. And there is also. Слушай, как будто реально дерево. Бревно. Ну да, бревно, оно очень круглое. И вот эти бочки с бензином. Также у него работает свет. Ну, свет, ну, о. Фары. Right? О. Фары, фары. Кто-нибудь включите. Activate it. Оно он. Окей, окей. Оно бойби. Так, тут то же самое? Они разных размеров. О, сзади тут вот этот. Особенно я вот это. Включу. Вот это очень вообще такое круглое. Тут сферы настоящие. Цейкл. Вот тут. Туда же. Оно сделано из гранита, поэтому покажется, как будто тут грязь какая-то. Где? Прикольно. Где? Вот где? Тут вот деталь. А, есть. Еще раз сделано. Люк еще один очень детализированный. Еще один бочек. А, выхлопные газы откуда выходят? Ой! Нет! Что нет. Я сделал? Ладно, давай к другому танку переходить. Стой, 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 мы же еще не все рассмотрели. А! Остановите это! О, кстати. Что, кстати? А кто? Я хотел башню посмотреть. Какая-то кнопка. Я не знаю, тут. Ой. О. Найс. Ой. В танк прям залез. Лопата. Смотри, тут даже пушка есть. Где? Да, пулемет. Круглая, смотри, какая. Ау. Слушай, какое чувство, будто тут лицо нубика, но на самом деле это есть на реальном танке. А тут вот эта лопата тоже очень круглая. Да. The shovel is also very thoughtful. Люк, закрой люк. И люк Скайуокер. Садись в стульчик, я тебе скажу, что делать. Я знаю, как закрыть. Вау. Very, very, very cycle. Very, very detail. Ну, yes, yes. А, люк открой, open the door. Оп. А там никого нет внутри. Надо, чтобы кто-то сел. I sit in flame. Ок, вот так. This. Можешь отойти от танка? Я хочу его сфоткать. Окей, okay. He's gonna follow the tank right now. Very, very detailization. Oh. Залоудить а? Новый танк. Не-не-не, пока нет. Я хочу not башню рассмотреть. О, тут посмотри, просто сферы мини-мини прям. Я делал сферу, но она была настолько огромная и настолько лагучая, а вот это посмотри просто. Супер мини-сфера. Окей, ну что, лоудит новый танк, он спрашивает? Yes, yes, yes. Ок. Yes, load the new tank. Сейчас танк будет разлагаться. Советский. Разложение. Как разложение по-английски? Rot. А, ну скажи ему, что танк разлагается. The tank is rotting. Very, very вообще. Very, very fast. А! Идет разложение на мелкие частицы.